Погода у нас налаживается. Более-менее обещают уже теплую, хорошую летнюю погоду. Итак, ребята, мы продолжаем вам показывать наши результаты работы. И сегодня, пожалуй, начнем с одного интересного объекта, на который мы все никак не могли зайти. Что-то были клиенты, потом они куда-то пропадали. Вроде и цена нормальная, и тем более сейчас можно по акции успеть ремонт сделать вам со скидкой 1000 рублей за квадратный метр. У нас появилась квартира с подписанным договором, это не просто приехали замерить, в жилом комплексе раз, два, три. Очень хороший комплекс, классное у него место, интересные виды. Александр, наш прораб, сейчас там на месте, давайте посмотрим, какие там есть определенные нюансы. Он снял в подробных деталях и приехал туда делать размеры для планировочного решения, которое у нас входит в стоимость. Давайте посмотрим. Ребят, я нахожусь в центральном районе Сочи. Вот посмотрите, наверное, по рассветке вы уже узнали, да, что это за комплекс. Это комплекс раз, два, три на улице Пластунской. И сегодня я приехал сюда на замеры новой квартиры, на ремонт. 17 этаж, квартира в третьем корпусе в зеленом, он вот за этим красным. Сейчас я пойду в управляющую компанию с доверенностью, так как ремонт у нас удаленный. Управляющая компания находится вот здесь на втором этаже. Возьму ключи, подпишу необходимые документы, разрешение на проведение ремонта. И пойдем снимем замеры, я вам покажу квартиру. Ну и давайте так пробежимся по комплексу. Вот посмотрите, территория, я бы так сказал, маленькая для такого комплекса, потому что очень много квартир. Здесь, конечно, и много квартир с большой площадью, но все равно. Вот, смотрите, детская площадка, она не одна, есть еще там зеленая зона. Ну, вот парковочных мест, смотрите, не так много бесплатных. Да, есть платные, вот смотрите, по цоколю. Это все парковочные места, они закрываются, типа гаражей. По две машины их ставят по всему периметру дома. И есть, вот смотрите, многоуровневая вот такая парковка. 6, наверное, там уровней. Вот, я так понимаю, там в продаже есть, да, места, которые можно приобрести, а может в аренду снять. Ну и посмотрите по второму этажу, сколько здесь много различных магазинов, пекарня вот есть, парикмахерская. Ну абсолютно все, и недвижимость, и Озон, и Вайтберис, и все для ремонта, и шторы есть. То есть, ну вот такой комплекс как бы. Все есть во дворе, да, допустим, что-то нужно и купить там и так далее. То есть все это здесь присутствует. Ну и давайте поднимемся в квартиру. Дойдем до управляющей. Я вам покажу квартиру, снимем замеры. Ну и посмотрим, какие там нюансы нас ждут при начале ремонта. Поднялся на 17 этаж. Ремонт здесь идет вовсю. Такая квартира, 60 с небольшим квадратных метров, с большим вот таким панорамным остеклением. Смотрите, света просто очень много. Это большой плюс. Давайте пробежимся, посмотрим, какие здесь есть нюансы, которые нам нужно учесть при ремонте, ну и снимем замеры. Давайте начнем со входной двери. Она от застройщика установлена. Временная, некачественная, ее нужно заменить обязательно. Щиток уже есть, временный также, его, конечно же, будем менять. Но вот на момент ремонта это хорошо, что он здесь присутствует. Далее санузел у нас выделен. Давайте посмотрим. Здесь у нас перегородка с пеноблока. Основные стены монолит. Вытяжка присутствует. Есть выводы горячей и холодной воды, и стояк также есть. Также здесь застройщик провел отопление. Два радиатора пурмановских, металл, в принципе, неплохие. Я смотрю, они в пленочке, чистенькие, все как новые. Если собственник захочет, то, в принципе, их можно и оставить. Вот. Что здесь еще? Основная часть стен – это монолит. Будет, конечно, усложнение нам при монтаже электрики. Вот. Ну и вообще разводки, да, по кухонной зоне. Я так предполагаю, что она будет здесь, гостиная, да, какая-то.
Вот, конечно, усложнить немного работы. Ну и, в принципе, все. Стандартная высота потолков здесь 2,8. Вот, ну и давайте посмотрим, какие виды. Ну вот, как бы вот так. В принципе, 17 этажа достаточно неплохо. И даже видно вон там полоску моря. Давайте приступим к замерам. Так, ребят, напишите в комментариях, как вам этот комплекс в целом. Если у вас есть квартира в этом комплексе, если у вас есть черновая квартира, вообще вы можете мне скинуть объявление ваше на Авито, например, да, либо скинуть видео с описанием, и я добавлю в ваш ролик, в наш, вернее, ролик, вместе с вашими контактами сделаем эту рубрику. Мы уже ее делаем достаточно успешно. Рубрика от собственника. А теперь давайте посмотрим видео, которое снял Михаил. Это человек, который у нас работает в команде. Он занимается закупками. Закупками чистового материала, сантехники и так далее. В подробнейших, в деталях он показывает, что он покупает, распаковывает весь купленный сантехнику и материал для того, чтобы убедиться, что там все в целости и сохранности. А почему? Потому что у нас произошел определенный инцидент, мы вовремя спохватились, разбился унитаз, да, соответственно, кто виноват? Очень много, получается, работников приходит, уходит, кто-то там отодвигает где-то что-то, не дай бог, можно это все как-то повредить, да, поэтому мы приняли решение убедиться в том, что Михаил, когда привозит, что все в целости и сохранности, это первое. Во-вторых, вот эти вот все материалы, там, такие как вот, там, не знаю, сантехника, решили делать это в самом конце. Поэтому те люди, которые заказывают через нас чистовой ремонт и пользуются услугами Михаила, имейте в виду, мы вот этот процесс доставки сделаем чуть попозже, потому что дабы избежать, так сказать, вот этих инцидентов и так далее. Давайте посмотрим подробно. Михаил показывает, что закупил в одной из квартир. Всем доброго дня. Сегодня мы в центральном районе Сочи. За моей спиной это у нас комплекс Светлана Парк. Сегодня принимаем здесь сантехнику. Итак, друзья, подняли мы всю сантехнику на склад. Склад — это у нас соседняя квартира. Так вот он выглядит. Ранее у нас уже приехал унитаз, вот от него коробка, здесь была инсталляция, достали инсталляцию, уже установили сантехники. Вот он у нас унитаз в целости и сохранности, нет никаких сколов, то есть все целое. И сейчас будем принимать всю оставшуюся сантехнику, распаковывать, смотреть. И это видео я отправлю клиенту, что все у нас целое пришло, чтобы у нас не получилось вот так. Поэтому, чтобы снять с себя всю ответственность за сохранность сантехники, сейчас мы ее всю распакуем и проверим. Так как не у всех вот такие вот замечательные склады, где они могут все у нас чистовые материалы стоять в целости и сохранности, у некоторых все это стоит в квартире, где уже идет ремонт. Поэтому данный унитаз, который был расколон, то есть сейчас уже очень тяжело найти нам будет виновных, потому что там уже были и штукатуры, и потолочники, и кондиционерщики, и кафельщики. То есть, а сейчас вот дело дошло у нас до сантехники, и унитаз вот в таком состоянии. Не было видно сверху, потому что сверху лежал бачок, много картона, всякой упаковки. Поэтому, когда уже все вскрыли, тогда уже все это обнаружили. Смотрите, какая красота все-таки здесь у нас на улице Гагаринской. Видно весь центр Сочи. Ну, все, приступим. Начнем мы с ограждения. Ограждение обычно у нас не проверяется, не распаковывается. Почему? Потому что здесь у нас идет каленое стекло. Если бы оно было сломанное, соответственно, оно бы все раскрошилось и оно бы все звенело тут.
только шум стоял. Так как нет посторонних звуков, значит ограждение у нас целое. Далее у нас идет тумба. Тумба у нас не хрупкий предмет, поэтому смотрим это все визуально. Чтобы упаковка была целая, у нас пенопласт везде вставлен по углам. Далее сейчас распакуем у нас раковину к этой тумбе. Вот у нас раковина Sanita Lux. Смотрим ее со всех сторон, чтобы не было сколов, не было повреждений. Все, у нас все здесь целое, все в идеальном состоянии. Все это обратно упаковываем, заклеиваем скотчем и переходим дальше. Дальше у нас идет зеркало, смеситель, стойка душевая и полотенцесушитель. Так, ну полотенцесушитель мы уже не смотрим, так как он у нас в упаковке, ломаться здесь у нас нечему. Есть гарантия, то есть он электрический. Если что-то не работает, соответственно, по гарантии его можно будет сдать. Еще у нас один самый ценный груз, это, конечно, зеркало. Зеркало, которое висит у нас над раковиной, оно с тумбы идет. И надо смотреть внимательно, чтобы все углы у зеркала, не только само, но и все углы у зеркала были целы. То есть никаких сколов, зазоров. Так, ну это грязь у нас. Все у нас в рабочем состоянии. Все целое. Все, сейчас обратно запакуем всю упаковку. И аккуратненько поставим, чтобы никто у нас не зацепил случайно зеркало. Так, зеркало у нас обратно упаковано и поставлено в угол, чтобы никто его не полотнул. Осталось у нас визуально проверить смеситель и стойку душевую. Так, стойка у нас вся упакована. Все в целлофане. Здесь у нас смеситель, также достаем, смотрим, чтобы он у нас визуально был без царапин, без сколов. Ну все, друзья, все собрано, все стоит в уголочке целости и сохранности. И это видео мы для отчета будем отправлять клиенту, что всю сантехнику приняли в рабочем состоянии, всю целую. Все, всем пока, ждем ваших звонков. В общем, таким вот образом мы закупаем чистовой материал и проверяем, поэтому можете спать спокойно, мы несем полную материальную ответственность за купленный весь ваш материал. Подписывайтесь на наш канал. На сегодня у нас все. Циферки на экране, номер, по которому вы связываетесь. Не забудьте про акцию. Минус 1000 с квадратного метра мы делаем именно на черновой ремонт. Поэтому успейте до конца этого месяца попасть в акцию. Хорошего вам настроения, хороших вам выходных. Всем удачи, пока.